День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства – это праздник многих славянцев, которые стараются сделать нашу жизнь комфортнее. Без развитой торговли, качественного бытового обслуживания и надежно работающего жилищно-коммунального комплекса невозможно представить современный мир. Работают же в этих отраслях настоящие профессионалы. Для того, чтобы сделать модную прическу, сшить красивое платье или отремонтировать телевизор, мы обращаемся к работникам сферы бытового обслуживания населения. Быстро растущая отрасль помогает жителям получать необходимые услуги и поддерживает развитие местной экономики. И работают там, как и в жилищно-коммунальном хозяйстве, настоящие профессионалы. Лучшие специалисты были приглашены на прием, посвященный профессиональному празднику, главе Славянского района Роману Синеговскому. Ну, у нас новая отраслевая экономика, промышленность, сельское хозяйство, торговля. И все, в принципе, есть. То есть небольшой уютный город, в котором все есть. Это все благодаря вам, благодаря вашему труду, благодаря вашей какой-то предпринимательской, наверное, хватке, потому что не каждый сможет вот собственный бизнес вести, либо какое-то хозяйство, это надо быть ответственным прежде всего за людей, которые с тобой вместе работают. Это надо находить источники сбыта, это надо как-то привлекать покупателей. Все вы это умеете, поэтому я вам хочу сказать большое спасибо за ваш труд. Пожелаю всем крепкого здоровья. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко присоединился к поздравлениям главы района и пожелал собравшимся и членам их коллективов всего наилучшего. Трудно представить сегодня жизнь без вас, без работников, лично-коммунального хозяйства, обслуживания, бытового, потому что вот всю социальную напряженность это снимаете вы. Спасибо вам за ваш этот неутомимый труд. Хотелось пожелать вам всем и вашим семьям, чтобы прежде всего в ваших домах было тепло, и уют, и комфорт, чтобы вы всегда были окутаны любовью, лаской своих родных и близких. Спасибо вам за ваш труд и с наступающим праздником. Затем была озвучена информация о каждом пришедшем на торжественный прием. И действительно, эти профессионалы достойно представляют свои отрасли. Прозвучала песня, которая еще раз подчеркнула праздничное настроение, царившее здесь. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в честь профессионального праздника все приглашенные были награждены благодарственными письмами и памятными подарками. Работа в этой сфере требует самоотдачи, опыта и умения находить контакт с людьми. И все это, конечно, есть у отличных профессионалов. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».